Стартовал проект, анонсированный губернатором Андреем Воробьевым. Называется он «Зима в Подмосковье». Илья Игоревич, вы не в деловом костюме сегодня, вместо обычных ботинок горнолыжные. И этот комбинезон, шлем, очки – ваша обычная форма выходного дня? На выходные дни я обычно с ребенком стараюсь заниматься спортом, и сегодня по такой прекрасной погоде мы открываем сезон. Этот курорт считается вообще самым современным в Подмосковье. С вашей точки зрения, насколько он популярен? Я скажу, что этот и еще остальные 4 наших курорта, они самые современные, готовы предоставить не только жителям нашего округа и Московской области, но и Москвы и других регионов самые лучшие условия для того, чтобы учиться кататься на сноуборде, на лыжах, для того, чтобы детям кататься на ватрушках, для того, чтобы просто посидеть в прекрасных уютных кафе, попить горячий чай, кофе.